Айдер рядом, зачем мне дрын? Айдер отгонит, дитя любого. Batem kol yitzniva, yitzniva. Пошли, я тебя буду убью. А встали, стоят и тебя ждут. По жопе попади, побежи. А у них любовь и тёлочка с бычком. У них дружба, а? Пелёнка маленькая, не забудьте. Нет, давай пелёнка сниму. Чёрный на белый, ты чё? Да, пожалуйста. Zayn alech Shemonika Shemonika Adon Olam Hashem alech Adem kol yotzir nivra. Et na'asa Mechevtoko Azay melech Shemonika Shemonika
אדון עולם ונברא בנשמתי выходить. И, наверное, шафран. Выйти можно? Катается, да. Вот это все. Ну это сад, что раз похвалили? Похвалили. Вот, леса даже уже нет. Вот это сад. Деревни, дома уже стоят. Вот этого я дома стоят. А там в конце уже кладбище есть. Сусов попадает. Деревни называют. Здесь еще шла восходная линия. Вот эта гора называется Кис. Thank you.
речку, а она тогда бурно. Были там родники, которые вот явно как гейзер. Сколько это было? В Берлине. 90-х годов мы здесь когда ездили. Если ничего не случилось. Там родники, я не знаю, 10-10 тысяч. Везде показать сами, так сказать. Машина дальше не идет. Ну что? Мы машину оставили. Пошли вперед. Пешком. Олег. И я хочу показать Ильфата Гумерова. Ранний. Который здесь находится в лесу. А вот такой родник он сам может рассказать. Старый родник. Татарский имя называется, да? Это какой родник? Это из лесного. Родник еще полный прибор. Где-то оттуда. Где-то здесь. Где было полностью. Да. Благородное было. Ну, вот так. А вода чистая, да, чистая. Как это можно баклажки поменять, это ради продукции, да? Но она из дома. А лучше мы поменим. Да, давай. Ты у Тони возьми, скажи, вот приплати ему баклажку. Поплати. Мы его поменяем. И будем пить воду из татарского родника. Это старый татарский родник в горах, леса, сада. הציפור שמזמרת כאן החלוני, כאן החלוני. כמו הציפור שמזמרת Айдер, баклажку давай. Баклажку принеси, пожалуйста. Налей, пожалуйста, это набери. Она вот здесь вообще лучше будет. Родниковой воды. Здесь она, как бы это. И мы будем пить воду из татарского родника. Thank you.
like the wind that blowing. Здравствуйте. Вы поедете на машине? Да, зачем? Мы пойдем пешком пока. Дорога? Да? Это была дорога, татарская дорога. Все остатки. Нет, не просто камни из этого вылазят. Это именно дорога мощенная. Когда народ жил, у каждого села была повинность. Между селами дорогу сохраняли. Проезжие возили камень. Пешеходы эти камни вкладывали и растили. Я попозже залезу в машину, когда ты выйдешь, на нормальную дорогу. А я пешком пойду, поснимаю, ладно? Call the Lord.
Как это озеро называется, где мы были? Плотина? Черновская плотина. Да, там это... Да, оттуда и воду будут пить тогда. Мы за родниковое, а оттуда это воду будет пить. Так. И там еще свои родники были. Обычно. Вот это долиня и Федора. Все родники. То есть все подряды. Ну, это питьевая вода. Питьевая. Ну, значит, там нельзя купаться. Но купается все равно. А, потихоньку. Ну, почему запрета нет? Ну, я же... Вода очищается. Да. Стирок идет не напрямую в бассейн, а идет, попадая и под землю ходит. И поднимает с 35 метров. Поднимает с 35 метров на насосной станции. И там еще есть система обеззараживания. Хлористый патрон. Время идет терновку наверх. Если ты забыл, внизу терновки, там ли нет, очень дальше. Мы по хорошей дороге, по плохому не поедем. Они очень экстремальные, но машина показала свой класс. Детский класс. Мастер показал свой мастер-класс, второй профессионал. Несмотря на все это, мы решили ехать в более спокойной погоде, чем вас подъявляют. И вот это мне такое ощущение, как будто это... Как будто я сам на мост упал. Назад. Да, скажешь, там что-то бензина подванит временами. Может, там что пропускает, там просмотрите много. Мастера же они. Как бы профилактика старушки. Нет, нет, забывай. Она у тебя такая хорошая, трудолюбивая, бедная, тащит. Смотри, как она устарается, блин. Ой, блин. Ей надо как-то помочь комфортабельнее в старость свою. Достойно принимать. Машина у тебя на туре суперская. Сейчас как?